Добрый день, друзья и гости моего канала, мои подписчики. С вами я, Лариса, на канале Дивная Птица. Уточка слезла, вот я вам показываю яйцекладку. 14 яиц я насчитала. 14 яиц. Они вдвоем уселись. Одну я сегодня отнесла туда, в загончик, потому что она у нее отнимала яйцо. И получается, что вдвоем рядом яйца, 5 яиц она под себя забрала. Ну, как другие видео смотрела, такого быть не может. Две утки рядом, ничего толку не будет. Сейчас она вон слезла, пошла кушать. 14 яиц. Будем ждать. Будем ждать вывода. И сейчас вам покажу цыпляток своих. Вот они. Вот они, мои ливенские и павловки. Красотки какие. Павловки уже. Какие у них чубчики. Ливенские. Вон они, крупные. Еще сегодня я 3 курочек 2-месячных ливенских. Здесь я насчитала 6 штук курочек. Ну, 3 еще привезла. Только они 2-месячные. Этим месяц, а те 2-месячные. Мы их на карантин посадили отдельно. Я им их отсадила. Пусть посидят отдельно, а там будет видно. Потом, может быть, мы их сюда посадим. Я вам сейчас покажу. А здесь у меня мои вот какие уже петухи белефельдеры. Мои белефельдеры, которых я ращу себе моим курам, чужого петушка. Вот такие они красавцы. Им уже 3. Они от 5 апреля. От 5 апреля. Значит, мая, июня. 3 месяца им. Вот, 3 месяца. 5 числа было 3 месяца. Но я сегодня попыталась 2-месячных курочек посадить сюда, думала, ливенских. Думала, ну а что, они все маленькие, будут вместе сидят пока. Да, он как прыгнул. Он как прыгнул на них. Один. И я решила, что нет, так дело не пойдет. Где там мои утки? Сейчас покажу. Вот она караулит. Вот она кушает, уточка, которая сидит. Вышла покушать. Никто не трогает твое яйцо. Никто не трогает. Сейчас я вам зерна еще насыплю. Так что вот такие новости. Утка уселась. Мне это хорошо. Я думала себе закладывать. А раз она уселась, пусть сидит. Посмотрим, сколько будет утят. Эти тоже подрастают. Вот здесь 3 белефельдера, которые остались, тоже петушки. Это мои петушки. Сейчас я вам покажу, куда я засунула ту утку. Сейчас я вам покажу. Вон она. Ну, они здесь и сидели раньше, в том году. Вот она. Я ее сюда. Так как она захотела выводить, пусть-ка она 2-3 дня побудет здесь. А потом отправлю ко всем уткам, чтобы она не стала. Зачем мне 2 мамаши на 14 яиц там? Ну и зачем они мне нужны туда? Ну ничего, ходит, травку щиплет. Травку щиплет. Вот такие у нас. Сейчас я вам еще покажу. Остался у меня. Ездила за этими ливенскими. И остался у меня один петушок. Я его уберу. Мне они не нужны. Это мараны. И одна брамка. Так что вот, если кому-то, кто смотрит мои видео, у кого есть брама, обращайтесь. Одна брамка. Нужно ее куда-то мне, чтобы ее кто-то к себе забрал.
Один петух остался. Двоих я убрала, одного отвезла к тем курам, ну, к той хозяйке, где брала трех себе ливенских курочек. Сейчас я вам их покажу, этих красоток. Они побольше моих. Сейчас я вам посажу. Я их вот в первый отсек сюда посадила. Сейчас я вам покажу. Вот они. Да, вот такие красавицы. Сейчас свет включу, если получится. Если получится показать. Свет, наверное, ничего не сделает. Вот видите, какие они. Это ливенские. Вот они бывают такие коричневые с белым. Вот здесь вообще много. Это двухмесячные курочки. Пока ведерко им повесила сюда, ну так. На карантине они у меня. Потому что я боюсь, что там у одной я видела кривой клювик как-то, или он в детстве у маленьких совсем поврежден. Ну, как-то неровный. 6 курочек там у меня. И 3. Ну, будет 9 курочек и петух. Хорошо. Вот такие красавицы. Такие красавицы. У меня здесь. Ливенские. Смотрите, что-то все сами себе там поют, травку едят. Ой, мои красоточки. Так что вот такие новости у нас на сегодняшний день. Утку сюда. Утку сюда. Здесь у меня курочка. Придется убирать, наверное. Я думаю, что индюк. Индюк прыгнул с нашеста и на нее прыгнул. Ходить курочка не может. Вот так перебирается. Снесла 2 яйца. Не знаю, придется убирать. Ну что, она вообще, она ползает. Придется убирать. Молодка. Это Грей Маран. Мастер Грей плюс Маран. Ну, а утка там. Пусть они с уткой вдвоем. Утка будет на улице сидеть. Где она там спряталась? Вон она там. Утка будет сидеть на улице, а курица в домике. Но придется убирать. Потому что вон она спряталась. Так дело не пойдет. Лебеда какая выросла, я ее и не рву. Пусть они тут какая мышкара, чего. Утка ест ее. Так что вот такие на сегодняшний день новости в хозяйстве. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рада. До новых встреч.